Всем привет, с вами Сникер Мульти, и мы продолжаем проходить Assassin's Creed. В прошлой серии мы убили раба Эрдоса, наконец. И он сказал, что наш наставник Аль-Муалим не без греха. Сейчас мы узнаем, что же там с ним. Опять эти видения. Раньше обычного, док. Я хочу закончить это поскорее. Как скажете. Не будьте таким мрачным, мистер Майлз. Сегодня исторический день. Его будут помнить много лет. Ну, кто-то из нас будет помнить. Ложимся. Сейчас мы, так понимаю, окажемся сразу в Масиафе. Ну или где-то в пригороде там. Если вас обнаружили, сбежать будет легче, убив нескольких преследователей. Что здесь произошло? Где все? Отправились к хозяину. Это тамплиеры? Они напали снова? Они прошли путем. Каким путем? О чем ты говоришь? Путем к свету. Ты бредишь. Есть только то, что показал хозяин. Это истина. Ты сошел с ума. Ты тоже пройдешь путем или умрешь. Так говорит хозяин. Это Аль-Муалим, верно? Что он сделал с вами? Слава хозяину, ибо он отвел нас к свету. Твою мать, что происходит? Все как зомбированные, страшно аж. Говори, хозяин, укажи нам путь. Ребят, мне что-то страшно. Уйдите! Вы как зомби. Уйди. Своё слово, кто в The Walking Dead очутился. Мне так страшно еще идут. Господи, грёбаные зомбари. Ну не буду я же против Астина драться. Ох, твою мать. Тебе конец! Ну ты еще как. Простите, братья, но вы немножко одурманены. По приказу хозяина. За свет! Предатель! За хозяина! Он не прошел путем! Смерть! Твою мать! Слишком много! Почему так много не пропускает ударов? Альтаир, мать твою. Я сейчас походу подохну опять. Ну-ка, давайте-ка я. Чё,
все попадали. А их. Ой, хорошо. Альтаир, спасибо, сюда! Малик. Пустите меня, матери ваша. Вовремя ты появился. Похоже. Нужно защищаться, друг. Аль-Муалим нас предал. Да. И своих дружков-тамплиеров тоже. Как ты узнал? После нашей беседы я вернулся в развалины под храмом Соломона. Робер вел дневник. Записывал все свои откровения. То, что я прочитал, потрясло меня и открыло глаза. Ты был прав, Альтаир. Повелитель использовал нас. Мы должны были не спасти Святую Землю, а отдать в его руки. Его нужно остановить. Осторожней, Малик. Он сделает с нами то же, что и с остальными, если сможет. Держись от него подальше. Что ты предлагаешь? Моя рука крепко держит клинок, а люди все еще верны мне. Мы тебе пригодимся. Тогда отвлекайте рабов. Нападите на крепость с тыла. Если они отвлекутся на вас, я доберусь до Аль-Муалима. Я сделаю это, Дай. Эти люди, они подчиняются чужой воле. Не убивай их без нужды. Да. Аль-Муалим отринул кредо, но это не значит, что мы поступим так же. Я постараюсь. Отлично. Мира и покоя, друг. Твое присутствие принесет и то, и другое. Давайте, ребятки, надеюсь на вас. Мне надо спешить. Ух ты ж, мать, сколько народу. Здесь только невиновных. Нельзя причинять им вред. Почему они на меня смотрят? Это как-то напрягает. Где ты, Аль-Муалим? Ого! Что это? Ух ты ж, мать! О, ученик вернулся! Я никогда не убегал. И никогда не слушал. Поэтому я жив. Что мне с тобой сделать? Отпустить. О, Аль-Таир, в твоем голосе ненависть. Отпустить тебя? Это будет неразумно. Зачем тебе это? Я нашел доказательства. Доказательства чего? Что ничто не истинно. И все позволено. Сюда. Уничтожить предателя. Избавить от него мир. Не понял. Это что за херня? Это нехорошо, ну-ка попробуем так. Все очень плохо. Он не уйдет от правосудия! Не ведите ко мне неверного! Он должен быть наказан! А, это он называет галлюцинации, это просто обычные эти ассасины. Со мной или боишься? Я сражался с тысячами людей, и каждый из них был сильнее тебя. Все они мертвы от моей руки. Угу.
Докажи. Я не боюсь. Докажи. Чего я могу бояться? Взгляни, каким могуществом я управляю. Нихера себе, ты чего учишь? Это команда Стайл, господи, только не три иллюзия. Да хрена. Ёптать. У тебя есть последние слова? Ты солгал мне. Назвал злом цель Робера, хотя у тебя была такая же. Я никогда не любил делиться. Ты не победишь. Другие найдут силы восстать против тебя. И поэтому, пока у людей сохраняется свобода воли, мира не будет. Я убил человека, который так говорил. Смело. Но это лишь слова. Тогда отпусти меня. Я перейду от слов к делу. Скажи мне, повелитель, почему ты не подчинил меня, как остальных ассасинов? Почему сохранил разум? Кто ты и что ты делаешь? Слишком сильно связано. Лишить тебя одного, значит лишить и другого. А тамплиеры должны были умереть. Но ты прав. Я пытался. Тогда, когда показал тебе сокровище. Но ты не такой, как другие. Ты видишь сквозь иллюзии. Иллюзии? Это все, на что способно сокровище крестоносцев. Частица Эдема. Слово Бога. Теперь ты понимаешь? Воды моря не расступались. Вода не превращалась в вино. Не Ириния начала Троянскую войну. А вот это... иллюзии. И только они. Твой план тоже всего лишь иллюзия. Заставить людей против воли идти за тобой. Чем она хуже фантомов, за которыми идут сарацины и крестоносцы? Кровожадных богов, покинувших мир, в котором люди убивают друг друга с их именами на устах. Я просто даю им одну иллюзию вместо другой. Ту, что не требует столько крови. Они сами выбрали себе фантомов. Вот как? Ты не слышал об обращении еретиков? Это неправильно. Вижу, логика тебя подвела. Ты обратился к эмоциям. Я разочарован. И что же нам делать? Ты за мной не пойдешь, а мне тебя не заставить. А ты не оставишь свой жестокий план. Похоже, мы в тупике. Нет, в конце пути. Я буду скучать, Альтаир. Ты был лучшим учеником. Ты слеп, Альтаир. Как и был всегда. И всегда будешь. Где он? Вон. Гаденыш старый. Он. Мой клинок видит змея, Уолли. Он пронзит тьму. Мать. Ой, хорошо. Но как?
ученик не может убить учителя. Ничто не истина, все позволено. Да будет так. Ты победил. Забирай свой трофей. Ты держал в руках огонь, старик. Его нужно уничтожить. Уничтожить то, что может остановить крестовые походы и принести мир? Никогда. Я сделаю это. Посмотрим. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа. Ибо во многой мудрости многие печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. Уничтожь их! Уничтожь, как я и сказал! Я не могу. Можешь, Альтаир. Но не станешь. Ты, наверное, показывается местонахождение всех яблок Эдема. Ну или храмов этих предтечей. Готово! Да-да, именно это и нужно. Этим тамплиерам, Ворону Видику и остальным. Черт, что это было? Ну, карты у нас. Сколько? Не меньше 6. Нам столько не надо. Хорошо, что у нас есть запас. Наверняка не все из них работают. По меньшей мере, 2 находились в местах, которых больше нет. Мы отправим отряды в каждую точку и посмотрим. В конце концов, нам нужна лишь 1. А остальные? Заберем их. Не оставим шансов на неудачу. Меньше всего нужно, чтобы кто-нибудь мешал нам в новом мире. А ассасин? Он сделал свое дело. Убейте его. Стойте. Вы знаете, как работают эти вещи. Вряд ли мы сможем просто забрать их. К чему вы это? Он может понадобиться. Его память. Я рекомендую сохранить его до тех пор, пока мы не будем точно знать, что нас не ждут сюрпризы. Это потеря времени. Вы сами сказали. Нельзя оставлять шансов на неудачу. Хорошо. Убедимся, что он нам не нужен. Потом убьем. Ладно. Прекрати подрывать мой авторитет. Я только что выручила вас. Идем. У нас много работы. Не расслабляйтесь, мистер Майлз. Мы скоро вернемся за вами. Что за черт? Ого. А Люси-то синяя. Значит, союзник. Ядрить, колотить. Это что же за херня-то? О боже! Ну ни хрена себе. Похоже, это кровь. Кого здесь держали до меня? И что с ним случилось? Интересно, что это значит? Ну вот и все. Продолжение мы узнаем уже во второй части Assassin's Creed. Ну, первая часть очень хороша. Очень интересно рассказывается про всех ассасинов, про первое. Ну, читай про первых ассасинов, вроде вот Альтаира и Аль-Молива, который предал нас. Игрушка очень понравилась, но правда. Иногда могут задолбать однообразные задания по разыскиванию наших жертв.
А так игрушка очень прикольная. Особенно когда вышла там в 2008-2007 году. До этого года вообще было офигенно. Ну, увидимся уже в следующей части Assassin's Creed. И спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. А я с вами прощаюсь. Всем удачи и пока. Титры, я думаю, смотреть мы не будем. Да, пока всем. Есть.